Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами своим самым любимым рецептом курицы. Эта курица получается равномерная, золотистая со всех сторон, очень сочная внутри и такая красивая и блестящая, прям очень праздничная. Я вам покажу свой любимый состав специй. Это черный молотый перец, молотый чеснок и копченая паприка. Можно использовать обычно. Также готовлю этот рецепт либо с кетчупом, либо с соевым соусом. Выбирайте по вашему вкусу, как вам нравится. В этот раз у меня кетчуп. Можно его заменить одной чайной ложкой томатной пасты. Также добавляю сюда немножечко меда, именно для красивой золотистой корочки. Можно добавить немножечко сахара вместо меда. Добавляю столовую ложку майонеза. Он нужен именно для текстуры, красивой обволакивающей, чтобы лучше держался соус на курочке. И, конечно же, солим по вкусу. Перемешиваем. И сейчас будем делать массаж нашей курицы. Обязательно на грудке поднимаю кожицу и, собственно, наш этот соус запихиваю туда вовнутрь, чтобы лучше промариновалась грудка, как бы сами специи были поближе туда к мясу. Это именно с грудкой. Все остальные части тела курицы обмазываю просто поверху. Обязательно нужно везде промазать и внутри тоже не забываем, чтобы полностью была промаринованная наша курочка. Затем эту курицу еще вот так вот вокруг обволакиваю полностью, накрываю пленкой, и ее нужно оставить минимум на 2 часа, а лучше я ее оставляю на ночь, так она вообще прям очень ароматная. Делать я буду на вот такой подставке, спасибо свекрови за эту подставочку, она просто невероятная. Можно использовать банку или бутылку, я думаю, вы уже видели такие способы. Насаживаем на подставку и отправляем в духовку. Духовка у нас разогрета до 200 градусов. Через полчаса прикройте немножечко фольгой сверху грудку, чтобы она у вас не подгорела. И запекайте до красивой румяной корочки. Это очень вкусно, очень красиво. И эта курочка получается невероятно сочная. А рецепт такой простой, скажите. Ставьте обязательно свои пальчики вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.